Добрый день. Меня зовут Сергей Петерс, я специалист по технике компании ЛБР. Белорусские трактора МТЗ более чем за 70 лет существования стали очень востребованы и популярны на российском рынке. Уверен, что в каждом хозяйстве был или сейчас работает трактор МТЗ. И сегодня мы вам дадим ответы на 10 самых популярных вопросов, которые нам задают клиенты. Первый вопрос. Перед покупкой МТЗ клиенты часто интересуются по техническому обслуживанию. Какая периодичность проведения ТО и насколько распространяется гарантия? Компания ЛБР предоставляет на трактора МТЗ гарантию 12 месяцев или 1000 моточасов наработки, что наступит ранее. Техническое обслуживание трактора производится согласно руководству по эксплуатации завода-изготовителя. Первое. ТО-30. Это ТО-обкатка. Его проведение очень важно и обязательно. Первое ТО будет проводиться на отметке 250 моточасов наработки. Второе ТО на 500. Следующие 750 и 1000 часов наработки. Перед отправкой клиенту инженеры компании ЛБР проводят предпродажную подготовку на все трактора. Кстати, видео по предпродажной подготовке вы можете посмотреть в предыдущем ролике. Ссылка будет в описании под этим видео. Инженеры проверяют уровень масел, производят долив. Дальше инженер проверяет уровень охлаждающих жидкостей. Тоже доливаются долиси. Второй вопрос. Какой трактор МТЗ наиболее востребован и собрал больше положительных отзывов? Конечно же, самая популярная модель, которая собрала наибольшее количество по положительным отзывам, это МТЗ-82.1. Данный трактор был признан лучшим трактором по результатам конкурса опроса в 2009, 2013, 2015 году именно в России. Третий вопрос звучит так. У меня нет всей суммы для покупки МТЗ. Возможно ли приобретение в лизинг или в рассрочку? Наша компания предлагает своим клиентам ряд выгодных программ по приобретению тракторов МТЗ. Так, например, через АО «Сбербанк Лизинг». Компания предоставляет несколько программ по приобретению, где первоначальный взнос начинается с 20% и сроком до 60 месяцев. Кредиты на трактора МТЗ можно получить в банках «Россельхозбанк» либо «Сбербанк». Четвертый вопрос такой. Могу ли я установить подкапотный кондиционер? У меня в хозяйстве низкий коровник. Подкапотный кондиционер установить на МТЗ-82 возможно, а вот на МТЗ-952.3 рекомендуется накрышечный вариант. Кстати, посмотреть установку и тестирование кондиционера вы можете в предыдущем ролике. Ссылка будет в описании под этим видео. Но если все-таки конструкция вашего коровника позволяет установить накрышечный вариант, советуем лучше установить его. Пятый вопрос очень интересный. Интересуется, а возможно ли установить низкую кабину на трактор МТЗ? Компания ЛБР дополнительно устанавливает низкие кабины на филиале в городе Смоленск. Шестой вопрос. Какие шины лучше установить на трактора МТЗ? В стандартной комплектации на трактора МТЗ устанавливают шины Белшина. Это самая востребованная шина среди агрокомпаний. При работе на рыхлых почвах и с повышенным содержанием влаги устанавливаются комплекты колес низкого давления. В зависимости от важного междурядия на тракторе МТЗ можем установить комплект узких, одинарных или сдвоенных колес. Использование таких комплектов гарантирует защиту побегов и корнеплодов от повреждений. Возможно, комплектация с шинами Nortec или StarMax. Нужно, чтобы МТЗ ездил на низких скоростях. Что вы можете предложить? Вопрос не такой распространенный, но очень важный. Для получения низких скоростей на МТЗ необходимо установить дополнительно ходоуменьшитель. Двигатели у МТЗ установлены отечественного или импортного производства. На трактора МТЗ в основном устанавливаются двигатели ПУ Минского моторного завода, а на более энергонасыщенных тракторах импортные двигатели. Каким образом устанавливается фронтальный погрузчик и можно ли установить экскаватор на МТЗ? Фронтальные погрузчики могут устанавливаться на переднюю часть трактора МТЗ.
На трактор ставятся жесткие крепления, на которые навешивается стрела погрузчика. Также есть фронтальные погрузчики с быстросъемом в 2-3 минуты. Экскаваторная навеска устанавливается на заднюю часть трактора. Тем самым можно сделать суперпроизводительный агрегат. Например, на базе тракторов МТЗ 1221 можно установить спереди погрузчик Экстрим 2 и сзади навесной экскаватор H500. Копаем, грузим, возим. Все делаем одним агрегатом. И 10-й вопрос, который также попал в топ самых часто задаваемых вопросов, звучит так. Хочу сделать подарок своему трактористу-машинисту на день рождения. Возможно ли установить магнитолу в трактор МТЗ? Дополнительно установить аудиосистему в трактор, конечно, можно. Но, к сожалению, мы такой услуги не предоставляем. Зато компания ЛБР предоставляет такие дополнительные услуги для улучшения качества трактора, как установка кондиционера, установка дополнительных балластных грузов, установка колес низкого давления, установка узких испаренных колес, а также установка ходоуменьшителя, ресивера, дополнительного бака и гидравлических баков и установку малых кабин. Но самым популярным вопросом, конечно же, остается вопрос цены. Хотите узнать цены на МТЗ в вашем регионе? Переходите на сайт lbr.ru. Ссылка на сайт будет в описании под этим видео. Понравилось данное видео? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы первыми узнать о новых видео. И проявляйте больше активности для того, чтобы данная тема вошла в постоянную рубрику «Топ вопросов по технике». На этом все. Всего скорого. До новых встреч.